Вы знаете, я, к сожалению, с господином Собяниным лично не знаком. Но мне приходит опять в голову на ум вот аналогия с футбольным арбитром на поле. Что футбольный арбитр считается хорошим, когда его незаметно. За то время, я сейчас не помню, 2 года, я даже ведь не могу, да, когда мэром Москвы является Собянин, я не могу сказать, что так много слышал о нем, да, то есть это говорит о том, но при этом в городе, скажу честно, легче стало ездить, наладилась ситуация с парковками, да, но опять-таки это практика, которую, может, переняли, платные парковки, но я могу припарковаться. Я действительно, ты ездишь на машине, будь добр, приедь, заплати 50 рублей за час. Ну, действительно, если мне необходимо, я приехал, я понимаю, что еду по работе, я понимаю, что это выгодно для меня, это мое время. Да, то есть вот какие-то вещи, которые просто цивилизованные, они появились. Вот, судить, наверное, обо всем, о всей деятельности, наверное, я не имею права, и я, наверное, не в курсе всей деятельности, потому что это опять кажется, что вот мэр, да, там же много вопросов, которые нужно быть внутри ситуации, которые нужно решать. И каждый человек примеряет на себя мэра с точки зрения своей выгоды, да, то есть, а что он сделал лично для меня? Ну, у нас сегодня много и ветеранов, и пенсионеров, и бездомных, и многодетных, и многих-многих-многих людей. Наверное, проще спросить у всех. Для этого и будут производиться выборы. Я не думаю, что здесь какой-то умысел. Есть правило, что мэр должен снимать свою кандидатуру. Я так правильно понимаю, да? Он снял и идет на выборы. Ну, а в чем здесь можно обвинять человека в какой-то игре? Есть закон, есть правила, есть, как это называется, устав, да, согласно которым он действует и выставляет кандидатуру. Я, опять-таки, могу просто повториться, что хороший арбитр, которого не видно на поле, если брать аналогию из спортивную. Сегодня я в Москве. В общем, кому спасибо за договорить, не знаю, если мэру, то спасибо мэру. Все, в общем, развиваемся, работаем, трудимся. В общем, вот так.